Итак, друзья мои, продолжаем нашу экскурсию по городу. Как вы видите, все уже здесь приготовлено, украшено как нужно. Лишь немножечко остается подождать для того, чтобы все стало на свои места. Я сейчас вам объеду, все это покажу. Все как есть. Это все здесь. Раз, два, три. Включаем и погнали по улице. Еще скрипит потертое седло. Цари ему нужны тем паче. Ну что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Здесь ограничительной скорости лежит. Охрененное количество. И вот так вот все здесь в поле. Меня обгоняет человек. Охренеть. Вот так вот на велосипеде обогнал. Он еще. Сейчас мы его обгоним. У меня лишь всего лишь 19 км в час. Сейчас мы будем больше. Погнали. Парит. Еще хорошо, он не по встречке шпарит, блядь, кретина кусок. Ну и что, достал. Хотел бы себе портить, конечно, настроение. Разговаривание. О, они тут еще что-то будут, наверное, делать, какие-то декорации. О, круто. Потом еще поснимаем ночью. Завтра. Опа. Не видно? Слишком темно, блин, но... Так вот видишь всю дорогу.
домой. Короче, сегодня не снимаюсь, ведь Вольфкар. Все, вот это так борется. Нужно сказать, что это Ukraine, конечно, но другие цвета совсем эти, совсем все по-другому. Подписывайтесь, если хотите больше у Арабских Эмиратов, друзья мои. Вот такие дела. Сверхглади специально для вас. Увидимся с вами скоро. Кино. Кино, вино и домино.